клюквенный пирог с шоколадом. Понадобятся такие продукты. 1 стакан 250 мл емкостью натерто на мелкой терке тыквы, стакан сахара, стакан муки, 2 яйца, 2 столовые ложки с горкой небольшой какао, пол чайной ложки соды, которую мы погасим уксусом. Также в качестве добавки мы возьмем каплю шоколадную и в тесто добавим 2 столовые ложки растительного масла. Яйца выливаем в чашу, добавим щепотку соли и будем взбивать с добавлением сахара до пены. Такая пышная масса должна получиться. Добавляем в эту массу какао, просеиваем, чтобы не было комочков. Перемешаем какао лопаткой, чтобы не пылило. Затем добавим муку. И забьем миксером эту массу. Так, добавляем муку. Муку предварительно просеиваем. И также добавим натертую тыкву. Добавляем шоколадную каплю. И все перемешиваем. Добавляем 2 столовые ложки растительного масла. Соду, гашеную уксусом, мы добавляем в последнюю очередь. Перемешиваем все еще раз миксером хорошенько. Добавляем тесто в форму. Оно получается такое, как густая сметана. Выпекать будем при температуре 180 градусов ориентировочно 25 минут. Готовность будем проверять. Выравниваем тесто и отправляем в духовку. Пирог выпекался 25 минут. Я его украшу сахарной пудрой. Вы можете сделать это на свое усмотрение. Можно его полить глазурью шоколадной, можно вареньем смазать и посыпать орехами. У меня будет вот так вот, с сахарной пудрой. Сейчас мы его разрежем, попробуем. Красивый шоколадный пирог. Но хочу вам сказать, что ароматный. Сегодня тыквенно-шоколадный пирог к чаю. А на этом у нас все. Всем мира и добра. До новых встреч на нашем эфире. Пока-пока!